8 сентября 2008 года в город-герой Смоленск приехали участники и гости из многих регионов России и Белоруссии. На 6-й физкультурно-спортивный фестиваль школьников России и Белоруссии. Когда-то мудрый человек сказал: «В здоровом теле здоровый дух». Вот это прекрасно подтвердили школьники-спортсмены, представители городов России и Белоруссии. Каждый человек оставляет в жизни свой след. И от того, каким будет этот след, судят о человеке. След педагога, врача, музыканта, художника, инженера, тренера – добрый след. Это не просто след влюбленного в свою профессию, в свое дело человека. Это памятник добру, чести, справедливости. Это мостик между прошлым и будущим. Это дорога в новый век, эпоху человека. Но перед тем, как открыть этот фестиваль, было принято решение о торжественном возложении венков в сквере памяти героев, чтобы почтить память всех тех, кто защищал наши земли в годы Великой Отечественной войны. Как хорошо, когда мы помним то, что было в нашей жизни, а тем более, когда это было в нашей истории. Фестиваль проходит в канун празднования наших замечательных дат. Это 65-летие освобождения города-героя Смоленска от немецко-фашистских захватчиков и день его рождения, 1145 Ленина. Поэтому я хочу считать начало праздника это дань уважения и подарок для нашего города. Спасибо вам! Главное на земле мир. И слова о мире, они сейчас звучат особенно актуально. Для того, чтобы трагедия не повторилась, очень важно, чтобы мы помнили о том, что уже было. Поэтому помните об этом всегда. В 17.00 по местному времени на стадионе «Спартак» началось торжественное открытие физкультурно-спортивного фестиваля школьников России и Белоруссии. Именно вам жить в союзном государстве. Именно вы будете строить новое государство России и Белоруссии. Я хочу вам всем пожелать успехов на спортивных площадках. А главное, я хочу вам пожелать
уверенности в вашем завтрашнем будущем. Наше будущее в союзном государстве. Поздравляю вас, дорогие друзья! Надеюсь, что наше мероприятие, которое мы здесь проводим, пройдет на самом высоком организационном и спортивном уровне. И думаю, что, как и всегда, во все времена с начала Олимпийских игр зарождение спорта победит сильнейший. Две сестры и навета на Бога напоит одна судьба, одна дорога. Две сестры в целом мире неносимы. Две сестры Беларусь и Россия. Две сестры Беларусь и Россия. Две сестры Беларусь и Россия. Следующий день, 9 сентября, начались соревнования между юными спортсменами России и Белоруссии. Команда молодости нашей, команда, без которой надо жить.
догонит. Не